Рано утром, по сообщению нашего источника из шоу-бизнеса на окраине города Москвы, произошла очень страшная авария. В этой аварии пострадала советско-российская певица Лика Стар. На данный момент Лика находится в одной из больниц города в тяжелом состоянии. Нам никто не хотел рассказывать подробности, ссылались на то, что никто ничего не знает. Мы провели собственное расследование, и вот что мы выяснили. Лика поздно ночью возвращалась от своей подруги с загороднего дома. На перекрестке проселочной дороги она не справилась с управлением и вылетела с дороги. Ее автомобиль оказался перевернутым на крыше. Несколько автомобилей остановилось, люди бросились помогать потерпевшим. Лику Стар вытащили из автомобиля и начали оказывать ей медицинскую помощь. Но привести ее в чувство никак не получалось. Скорая приехала очень быстро, врачи сразу же приняли решение о срочной госпитализации певицы. Сейчас она находится в одной из больниц города в очень тяжелом состоянии. Дорогие наши зрители, мы продолжаем следить за развитием событий. Будем надеяться, что с Ликой Стар все будет хорошо. Давайте подпишемся на наш YouTube канал, ведь только на нашем канале их каждое утро выходят свежие новости из жизни звезд шоу-бизнеса. Будьте всегда с нами и до скорой встречи на нашем YouTube-канале.